Эвакуация агента, операция «Изгнанный дар». Как обычно. Бла-бла-бла. Все продолжается 300 тысяч лет. Что вы справитесь с этой непростой задачей? Так, третий мэг нам не нужен. Пожалуй, я завозьму кого-нибудь другого. Где круассан, который я не прокачал? Так, у нее обычный огненный мэг. Так, естественно, кто-то там остался с рейлганом. Рельсу отдали быстро. Так, тебе дадим броню Архангел. Свободный за все хорошее. Это восхитительно. Главное, следите за уровнем энергии. Костюм не годится для дальних путешествий. Блин, забыл про уровень энергии. Что он дает? Видимо, висеть в воздухе ограниченное время можно. Окей. Наплевать. Плазмы, пистолет выпишем. Так, ты уже полковник. Тебя даже прокачивать не нужно. Тогда возьмем на твое место Рамиреса. Рамирес. О, да, детка. О, да, кому-то не повезет. Очень сильно не повезет. Мы его симулятор вколем. На всякий случай. Затем поддержка нужна. Кто у нас с поддержки жив? Где Кайл? Идешь с нами, говнюк. А, ну да, он поддержка, так, так он все равно ничего юзать не может. Нет пакет, в смысле. Ладно, неважно. Сойдет, с пивом потянет. Может, еще кого-нибудь прокачать? Пока ходим туда. А не, нужен штурмовик. Где? Все уничтожены. Ну, тогда пойдут две бабы. Ага, рельсы-то нету еще одной. Ну и не надо. Под жопу надаемся. Сели все, понятно, Азма приказал NPC. В группе Exalt на территории Бразилии. Требуется обеспечить безопасность нашего агента для доставки разведданных. А вот мы не знаем. Ладно, давайте. Давайте, последняя. Последняя миссия. Потом мы узнаем, где находится этот странный штаб. Нападем! Нападем. Уничтожим их. Изнасилуем. Просто по щекам надаем. Окей. Наш секретный агент был обнаружен противником во время перехвата данных с трансляторов Exalt. Задача штурм 1. Защитить агента, пока он не завершит работу и не взломает оставшиеся трансляторы. Агент должен выжить. Другого шанса получить эти ценнейшие данные у нас нет. Так, а я пока что почитаю, что у них есть. У нас новая задача. Так, воля к жизни, напущенная хирургия, это я помню, подавление, опасная зона. Это я помню. Радиус действия РПГ и огня на подавление увеличится на 2 клетки. Свинцовый дождь, я помню. Нейросмягчение. Дает плюс 20 силы воли при защите от пси-атак и иммунитет к панике. Я не помню, что я кому вкачивал. Ага, то есть его лучше посылать вперед. Гиперактивные зрачки. Дает плюс 10 меткости при любом выстреле после промаха. Кожа, это я помню. Адаптивный костный мозг. Время на лечение снижается на 6%. Он еще может останавливать ХП, точно. Увеличивает урон наносимым роботом на 50%. Окей, это я все помню. Дальше. Ну, у тебя даже смотреть, можно не смотреть. Закаленный боец. Сопутствующий урон. Это я все знаю, знаю. Расширенное хранилище знаю. Форсаж. Корпусный щит. Ближайший, видимо, враг получает минус 20 к меткости и не может нанести бойцу критический урон. Фига себе. Реактивное прицеливание знаю. Это крест сраной толерантности. Который постоянно забывает, что все это значит. Так, общий вид. Низкий силуэт. Ага, палач. И дофига всего. Почему-то очень мало, я же дофига выписал медалей. Смотрите. Неважно.
Здесь вообще ничего нету, по сути. Ладно, неважно. Я просто пассивный бонус глянул. Так, во-первых, мы пойдем Рамиресом вперед. Сейчас опять они на одной позиции. Если будут, то мне жопа придет. Так, подняться наверх можешь? Можешь. Еще режим полета есть, точно. Может быть, подпрыгнуть вверх. Замочить кого-нибудь. Так, вы пойдете сюда. Вечно забываю, что это аура делает. Так, надо посмотреть. Вечно забываю, что делает эта аура. Плюс 10 защиты, точно. Не знаю, как направить их по всей карте, что ли? Или просто по прямой? Боюсь вперед слишком сильно уходить. Так, Кайл. Кайл, не тупи. Сохранимся. Вот же дерьмо. И я встал шикарно прямо под выстрелы. Да просто охереть. Ну кто ж знал-то? Давайте, прервем им связь на ход. Фак. Я подумал, что у меня ход начался, но нет. Ну типа пока. Зря выбежал. Что-то он думал, стоял. По каким-то причинам. Просто охереть! Ну просто везунчики, а! Ну все, я труп, смотрите. Ну трое здесь, что я сделаю? Везет, смотрите, последний вынесет. Вау. Потрясающее решение. Так, я очень надеюсь, что она прерывает на ход. Эта херня прерывает на ход. Их действия. Включите транслятор Экзальт, и наш агент взломает его и извлечет разведданные. Нам удалось взломать транслятор, а заодно отрубить систему связи Экзальт. Ищите другие трансляторы. Нужно извлечь оставшиеся данные. Попробую зачистить здесь все. Может получится? Декураж. Так. А можно как-нибудь? Да не сюда. Вот сюда вот. Повисим, подождем. Так, я думаю, надо как-то здесь по очереди всех добить. Кого бы из вас? Ну блин. Ладно. Я, пожалуй, пойду сюда. Стану, буду сидеть, ничего не думать, не делать. У меня ж три хэвика, хотел сказать. А, хэвика. А я поверху пойду.
просто шикарно стал. Ладно, здесь меткости побольше будет. Вот же везучая скотина, а. У нее еще и гана не было. Зашибись. Так, они не могут стрелять, все, точно. Или могут. Нет. Шикарно. Или нет. Не особо. Так, а если я так сделаю? Пока! Я забыл, что у меня новая понтовая клевая штука. Так, кого бы из вас убрать? По всем 100%. Я не вижу, сколько хп у того. Черт бы мне. А, а вот для тебя дверка открылась. Смотрите, как шикарно все. Блин, ну я даже не знаю, слушайте. Столько шикарных открытий чудных подарило мне сие дело, что я сейчас вынесу за нехер делать всех. Тебя, например. Хэдшот! Такс. Убежу я их отсюда. Охереть. Еще эти будут страдать. И сейчас я его добью гранатой, смотрите. Ну этого я, конечно, убью при помощи снайперки. Так. Лучше критом, я думаю. Броня Архангел жжет. Сильвупле, сеньор! Сильвупле! Так, и угадайте, что будет с этим ребятишкой. Ой! Ой, ой! Фигась, как он кинул, какой рикошет был, вы это видели? Замечательно. Со всеми разобрался. Так, а Кайл, естественно, как последний еврей себя подлечит. Единственная аптечка на всю команду. Тотальный еврей. Мега хил. Такс. У тебя топливо не заканчивается еще, не? Перевестить меня, может? Да нет, не... А, так у меня картманы-то есть. Я ищу китайозу. Думаю, где китайоза? А это картманы сработает. Окей. Running. Неудобная позиция камеры. Там еще один есть. Ну просто нихера себе. Ну типа привет. А, блин, у нее миниган. Как же я шикарно встал, просто замечательно. А, у него снайперка. Он ничего сделать не сможет. Я не вижу, что здесь можно сделать, поэтому... Я тебе ж твоих
Мэков отослал. Видишь, какой чести ты удостоился? Какие они везунчики, а? Я можно было из базуки выстрелить, наверное. Не, не важно. Херел, что ли? Так, давно я не применял реактивные датчики. Поэтому у кого-то сейчас будет жопа болеть. Иди сюда. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, попе больно, ой-ой-ой. Еще и дверку открыла себе. Отлично. Шикарно. Я думаю, здесь все уже окей. Ну еще прибегут, вот. Еврею жопу надерут. Такс. Стрельба на бегу. Ничего не знаю, сразу уходим. Хотя нет. Они же появятся сейчас. Поэтому я на следующем ходу включу. А пока что стану боеготовность. Надеюсь, он по мне стрелять не сможет. Так, ну, я им отключаю связь. Поэтому срочно сосать лалки. Командир, мы добыли последние данные. Теперь осталось доставить агента к точке эвакуации. Да-да-да. У нас новая задача. Сохранимся и побежали. Особо не парись. Они такие, о, что происходит? Так, кого снайпер может снять? Я бы спрашиваю, кого снайпер может снять? Пока. Тебе тоже до свидания. Хорошо, что кинетический удар бесконечный. What the fuck? Серьёзно, нихера себе, у них защита. Какая должна быть? Ладно, если кто-то появится, то им жопа. Мурка, давай, иди ко мне. Вау, да ты просто брутал. Бедняжка. Не-не-не-не, ты валишь назад. Ну ладно, два раза тебе по харе дадим. Это что за... Холлифилд, я не знаю, ему ухо откусил? Нет, скорее всего, я ему откусил все, оставил только ухо. Давай, лети назад. Никого уже здесь нет. Надо назад народ переводить, наверное. Она все равно всю карту палит. Окей. Какая-то легкая миссия. Командир, новая группа врагов движется к вашей позиции. Ой, да ты че, правда, что ли?
Кого из вас вынести первым? Ой, зря. Господи, какой неудачник. Привет. Эй, критом давай. 100% крит. Он убит. Лох! Думал, я с тобой шутки шучу, что ли, да? Чертило. Давно не перезаряжался. Хорошо, что не сказал, давно не передергивал. Это было бы глупо. Стрельба на бегу. Постоянно хочу включить позже. А хотя, может быть, сейчас можно включить ее? Подождите. Да, вот это... Нет, даже стрельбу на бегу нельзя включить. Нет, человек подсказал, он не знает, что он подсказал в комментариях. Человек! Человек! Проверь сначала информацию, которую ты подсказываешь. Проверь ее! Подставь игру и проверь! Че ты мне врешь, а? Ну че ты врешь мне все? Врун! Врюнь! Не люблю врюнев! Врюнь! Ладно, не врюн. Человек просто ошибался. Как и 95% советчиков в комментариях. Я вообще про все комментарии говорю. О боже мой. Нужно третья рельса нужна. На все их уже нет, господи. Валю я отсюда, валю. Оперативник и новые данные по Экзальт в безопасности. Оу, oh, yeah. Работа, командир. Ну все, Экзальт сейчас получит по писька, по всем возможным частям тела. Тело, да, да. Именно по нему, по ним, по ей. По ней получит, да, по ней. Пидум. Мы приехали назад. Вы как будто не знаете, да? А, 4 дня, представляете, сильное ранение. А у него просто ранение и 9 дней отдыхает. Ну, видимо, из-за того, что он крут, поэтому он дольше. Меньше, точнее. У него период восстановления. Вот, ачивку дали, я выяснил, где они находятся. Еще ачивку дадут за уничтожение базы. Аннетта уверена, что за последние несколько. Почему-то Аннетта, уберите ее. Войска Экзальт атаковали пришельцев с целью отбить ее и захватить самим. Если она говорит правду, организация Экзальт еще более опасна, чем мы подозревали. Ну я ее уничтожу сейчас, эту операцию, это место. Египет. Просто отлично. Окей, потом я штурмовать буду. Окей. Все это немножко потом. Ну не 1 сентября, да? Прийти и сказать, ваши дети под угрозой? У вас Экзальт все в Египте. О нет! Наши дети под угрозой. Да кому-то не насрать на египтян. Ближний бой Мэг. И так далее. Что я сказал сейчас? Слушайте, мне нужны мужики. Можете мне прислать мужиков? Пожалуйста, пришлите мне мужиков. Дальше. Добавление состава к пигменту кожи наделяет наших солдат способностью к пространственной мимикрии. Так, еще есть ачивка. Вы послав 4 мутантов на задание и пройти. Минимум 4. С как минимум 2 установленными модификациями. Поэтому это тоже надо будет сделать. Так, у меня исследование идет. Идет. Денег нет, нет. А, нет, есть. Сейчас продам всяческое дерьмо. Забирай, забирай. Эй. Хрен его знает, что покупать. Надо ждать конца месяца. Либо прихода бабла. Еще и состав кончается. Уе! Кому-то не повезет. Кому-то надаю по щам. Ой, больно будет кому-то.
Хочу еще все здесь выполнить. За это тоже дают ачивку. В общем, грубо говоря, прохождение будет большое. Очень длинное. Длиннее XCOM Enemy Unknown. Дождемся еще пушки из эксплавов. И нам остался этот дробовик, если кто-то не знает. Осталось ли только электромагнитную пушку? Она придет через 7 дней. И вроде бы... Так, у меня народ пришел. Так, скажите, что... Да твою мать! Опять бабы! По именам понятно... О, отлично, спасибо. Спасибо! Прислали! Таки прислали! Людей нормальных! Сколько можно? Одни бабы просто! Слушай, ты кто такая вообще? Вали! Уволить! Да! Ты тоже! Кто ты? Итальянка! Уволить! Да! Пол Мартин, ты остаешься! Мэри Диксон, пошла вон! Спасибо! Итак, наконец-то я могу досоздать группу людей, которые давно хотел создать имя. Ты будешь у нас Кенни. Фамилия Маккормик. А есть отсутствие голоса вообще? Раса вообще насрать, лицо тоже. Потому что... Так, наплевать. Цвет кожи. Неважно, волосы. Тоже шлем нужен. Какой шлем ты ему? Вот такой нет. Блин, ну если бы были видны только глаза, я бы надел. Слушайте, Бэтмен какой-то. Я сейчас этот и надену. Я никому не надевал его. А если глаза только видны? По-моему, нету. Так, тогда надеваем 20, нет, 39-й. Вот. Цвет волос. А какая нахер разница? Волосы на лице не нужны, элементы брони. Господи, в какой он в оранжевой ходит курточки? Также у них же вот такая броня, да, у всех? Почему бы просто не было не написать цвет рыжий, допустим? Они назвали цвета брони цифрами. Ну, вот это самый подходящий. Все, Кенни есть. Так, а ты у нас будешь... Я знаю, кем ты будешь. И конечно, их не буду юзать вообще. Но нормально. Баттерс. Сточ. Блин, я только не помню, какие у него волосы. Он же белобрысый, да? Хм, да. Нет, язык английский. Yes, commander. Roger that. Solid copy. На самом писклявый голос. Solid copy. Good to go. Вот такой. Нет, он белый. Чё врёте? И не японец. Да, Баттерс из Японии будет. Всё понятно с ним теперь. Да, вот такой улыбчивый он будет. Цвет кожи. Он белый. Он такой прилизанный должен быть. Есть какая-нибудь прилизанная прическа? Была ведь. Это я уже юзал. Вот такая сойдет. Похоже, цвет волос белый нужен какой-нибудь. Не. Тоже нет. Вот такой. Волосы на лице. Вы чё, он гладкобритый. И... Голубая у него курточка, по-моему. А если что, все равно голубая будет. Это полностью описывает его... Его состояние души, этот цвет. Все, у меня есть все! Когда-то я их пошлю вместе, но, естественно, это бесполезные были люди, потому что все, это укомплектованный состав. Никого больше юзать даже не буду, кроме них. Кроме остальных. Ну все, то есть теперь... Что на по плану? До того, как создаться гиперволновой модуль, мне надо штурмовать базу Exalt. Затем произвести на свет громобоев. Громобои выйдут раньше, чем гиперволновой модуль. Послать громобоев, наложить на них
чары или термоядерные пушки. И все. Там добить ачивки до 500 врагов убитых. Я думаю, я не знаю, работает или нет. Ну, в общем, посмотрим. Если ачивка на 500 пришельцев работает, то тогда смысл все остальные выбивать есть. То есть, все постройки в литейном цехе создать и так далее. Но если не пашет, то... Тогда я просто завершу основную миссию и все. Ну, естественно, там еще будет миссия из новых сюжетных миссий совета. Такие дела.